Под Сыктывкаром гремели взрывы. Впрочем, поводов для паники нет. Это бойцы ОМОН и СОБР Росгвардии проходили обучение по специальности «Взрывник». Для этих целей в Центр подготовки личного состава Северо-Западного округа войск Нацгвардии прибыли сотрудники со всей России. Помимо теории, их ждала и практика. Бойцов познакомили с видами инженерных боеприпасов, способами их установки и уничтожения. На данном занятии рассматривали уничтожение конструкции из дерева. Сегодня производили подрыв одиночно стоящего дерева, производили подрыв пакета бревен и куб сосредоточенных свай. В рамках обучения росгвардейцы занимаются поиском и уничтожением взрывоопасных предметов, а также учатся работать на инженерном комплексе «Аракс», задача которого – обезвреживание различных взрывоопасных устройств.